Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня приглашаю вас отправиться на экскурсию в Владивостокский океанариум. Расположен океанариум на острове Русский. Открытие океанариума состоялось 6 сентября 2016 года. Главный корпус океанариума сделан похожим на белую раковину двухтворчатого моллюска, высунувшуюся из синих морских вод. Он имеет общую площадь 37 тысяч квадратных метров. Общий объем воды в океанариуме почти 25 тысяч кубометров. В главном корпусе установлено 135 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. Друзья, вот мы и подъезжаем к главному КПП океанариума. Дальше проехать на своем транспорте нет возможности. Поэтому паркуем машину и идем на общественный транспорт. Благо здесь курсирует каждые полчаса автобус, на котором абсолютно бесплатно можно добраться до океанариума и касс, где покупаются билеты. К слову о ценах на билеты. Данное видео было снято 8 ноября 2023 года. На этот период цена за тариф экспозиция составлял 1100 рублей. Тариф экспозиция плюс дельфинарий 1600 рублей. Детский билет стоил 550 и 800 рублей соответственно. Также в продаже имеется билет социальный. Он распространяется на участников боевых действий и на пенсионеров. Друзья, данное видео будет состоять из двух частей. В первой ее части мы посетим экспозиции с аквариумами. Вторая ее часть будет полностью посвящена дельфинарию, где будет проходить выступление дрессированных дельфинов, тюленей, белух, а также знаменитого моржа под именем Миша. В этом видео я полностью оставляю оригинальную звуковую дорожку. Видео снято все от первого лица. Я постарался как можно подробнее снять океанариум. Садитесь поудобнее. Приятного просмотра, друзья. Пошли.
Здрасте. Лес чешет. Лес чешет, что классно. Что такое? Что?
идет, Thank you.
Спасибо. Пускай спасибо. Давай. А, не надо,